Всем привет, друзья! С вами Неломоб, маленькая овечка по имени Цезарь сегодня здесь тоже с нами. Я подумал, что этой овечке можно было бы быть не овечкой, а шахтером, человеком. Почему? Потому что мы сегодня играем в карту в Роблоксе, довольно-таки интересную, которая называется Майнинг Симулятор. Майнинг. На картинке там был изображен шахтер. Я думаю о том, что, возможно, эта игра по-настоящему как раз про этих шахтеров и есть. Как в нее играть, я, конечно же, не знаю, но я думаю, что немножко поиграв в нее, я разберусь, потому что, судя по моему портфельчику и цифре 10 на нем, я уже понимаю, что эта игра по аналогии по той, когда мы добывали сокровища, когда мы добывали сундучки. Потом, я понимаю, что эта игра по аналогии, наверное, той, когда мы ходили, собирали с людей денежки. Эти, помните, такими полосочками привязывали к себе? Вот, кстати, мне много раз писали, что у меня плохой скин. Я поменял немножко его. Видите, у меня стало другое тело. И кроме того прочего, я себе сделал такую шапочку, одел. Сейчас эта шапочка в Roblox, если зайти в магазин, она бесплатная. Она классная, такая кругленькая, мне она очень понравилась. Решил ее одеть. То есть ее можно себе сейчас добавить и получить бесплатно абсолютно. Но, скорее всего, потом она пропадет. Но вот сейчас у меня такая гномская шапка. Как она там как-то называлась, не помню, смешно так называлась эта шапочка. Если зайти, допустим, в аватар, там где-то были get more нажать, например, и там было, вот, она называется Sherlock Gnomes Hat, эта шапочка называется, у меня сейчас одета, она сейчас бесплатная, то есть, я как уже сказал, все, кто желает, могут себе ее взять. Так, это такая рекламка шапочки. Так, your cell, мы здесь должны продавать, я так понимаю. Этот, видите, он тут рабочий такой, он, по сути, получает, скорее всего, ресурсы, которые мы будем добывать, как-то их там перерабатывать и нам за это денежки давать. Так, здесь мы будем покупать, ага, можно покупать себе ранец, получается, разный, всякий разный, который будет вмещать в себе все больше и больше. А можно, если выйти с круга еще раз зайти, например, tools. Tools — это у нас, получается, наше орудие труда. По сути, очень мне напоминает, честно говоря, когда мы добывали всякие там сокровища, да? VIP. VIP. Что же будет, когда мы зайдем в VIP? Ну, туда нас не пускают. Тут нужно только за рубакс эти, или робакс, или как там правильно наживается. Вижу, что у меня есть вот такая вот мотыка в руке. Скорее всего, нам нужно сейчас здесь начинать копать. Что ж, поехали. Опа, я только что добыл первый свой кусочек этой почвы. И есть подозрение такое, что мы должны здесь добывать, получается, опа, стартер пак. То есть через 16 минут здесь что-то начнется. Все падают вниз, но мне кажется, что что-то здесь тоже сверху можно найти. Итак, копаем, копаем. Гляньте-ка, у меня одна рука пропала. А, я двумя руками, потому что копаю, понял. Все. Все, я понял. Я думаю, где моя рука делась, вторая. А вот оно что. Так. Ну, я пока не вижу здесь никаких ценностей. Каких-то сокровищ великих. Но я все еще не теряю надежды, что я что-то сейчас найду. Какое-нибудь сокровище. Сокровище, ты где? Куда ты от меня спряталась? Ох. Я набрал максимум, теперь мне нужно продавать. Все, я продал, немножко получил денег. Сейчас у меня, где я тут нарисован? У меня 10 долларов, ну, не очень много. Но я надеюсь, что мы сейчас будем вскапывать эту полностью поверхность, все. И благодаря этому, out of range, я понял, мы не достаем. Out of range, по-английски означает как раз то, что мы не достаем. Так, копаем землю и надежде на то, что где-то здесь будет сокровище. Малашка. О, слушайте, она купила себе тоже такую шапочку одела. Гляньте-ка, про которую я говорил. Про бесплатную шапочку, которую я говорил только что. Видимо, она услышала. Ну, может быть, она и раньше это узнала. Проверила и тоже себе ее взяла. Ну, хорошо. У нее, кажется, более крутая мотыка. У нее даже какой-то похож на лом, я бы сказал, больше. А, все. Все, мне кажется, не хватает больше места. Или нет, хватает еще. А где мой рюкзачок? Вот теперь все. Теперь уже у меня максимум, по-моему. Все. Мы можем продать еще, а чтобы улучшить, допустим, свой портфельчик. Сколько мне нужно денег насобирать? 150. Понял. Поехали дальше майнить. А, ну, возможно, мне стоит действовать по своему хитрому, старому, проверенному способу. Ну и куда-то вниз нырять. Искать там какие-то сокровища. Полетели, посмотрим. Так, тут ничего нету. Вот там какие-то бывали, мелькали. Я видел, какие-то там были призы. Но я ничего так и не
получилось у меня захватить. Ой, я что-то так вниз полетел глубоко-глубоко. Слушайте, по-моему, я сейчас в ловушке нах... Ой, не, тут еще дырка, дальше есть. Такой-то... О, тут этот пацаненок копает, видите? И что будет, если я, допустим, эту штуковину выкопаю? Не знаю. Копер. Стон 50. О, тут, по-моему, какая-то ценная... Как выглядит именно тут сундуки? Знаете, это чисто копия предыдущей версии игры. Это реально копия. Тут то же самое нужно все делать. Только здесь тут немножко идея другая. Тут мы, короче, получается, не сокровища ищем под землей, а ищем какие-то ценные минералы. Вот он просто сейчас землю копает, вниз не хочет выкопать. Обидно. Ладно, тогда тоже копаем под ним. Может быть, мы его подкопаем? Так, вниз копаем. Кстати, у него рюкзак довольно-таки развит, я вам скажу. У него реально сильнее рюкзак развит, чем у меня. Намного причем. И у него, как у той девочки, которая только что там возле меня бегала, тоже такой красный лом. Что с моим рюкзаком, кстати? Я так и не посмотрел, сколько я накопал. Сколько я ж там накопал? Так, ага, вот мой рюкзачок. 5 у меня сейчас есть. 5 этих вещичек. 5, 5, 5, 6. Сейчас мы накопаем и вернемся домой. Кстати, вы заметили, что у него на плече? Он птичку эту имеет. Видимо, мне стоит чаще заглядывать в бесплатные предметы и не прозевать, когда будут снова какие-то классные вещички, и забирать их себе. Вот, шапочку я получил. Чудно, я как-то, ну, не чудом, а случайно, честно говоря, да, я зашел. А сел не получится, а вот продать, то, вернее, апдейт не получится. Так, сколько у меня сейчас их уже накопилось? 30 всего лишь. Так, тут очень тяжело развиваться, я так понял. То есть здесь, чтобы прокачать себе хотя бы рюкзак. А слушайте, а давайте посмотрим, сколько стоит новый инструмент. Возможно, инструмент дешевле стоит. 25. А, вот кирка. 75. А сколько у меня? У меня 30. Вот, то есть вот такой я могу уже себе, по идее, эквип. Эквип это написано. Все, по идее, у меня теперь будет кирка. Ей буду я быстрее, по идее, все это кондубасить, добывать. Так, 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 так. А это время, которое сбоку вон там тикает, скорее всего, означает, что когда оно пройдет, карта, скорее всего, обновится. У меня такое есть подозрение. Что? Уже все? Эта кирка реально так быстро добывает? Я не верю своим глазам, что она так быстро все добыла. Так, а ну-ка еще раз проверяем. У меня 10 места есть, 10 штук. Раз. Реально эта кирка очень быстро эту землю, самую верхнюю, кондубасит. Нет? А, очень далеко был. Так, так. Все. Шахтер. О, видите, как я быстро теперь начал добывать? Чисто чуть-чуть себе улучшил, получается, свою кирку. И все, деньги полились ко мне рекой. Смотри в чат, не ломоп, сделай сигну ВК, умоляю тебя. Так, где Сьюзи? Скажи, какие у тебя люди в Roblox? В смысле, какие люди? Ты о чем? Не понял сути вопроса. Сделай сигну, удали кого-нибудь из друзей. Так, подожди-ка, обожает это меня. Нил, я тебя нету. Возможно, мы на разных серверах. Ты там, когда, допустим, открываешь эту карту, ты смотри сервера. На одном из серверов ты увидишь там, где бегаю я. Ой, я провалился, по-моему. Драгоценностей нету, к сожалению. Так, попробуем этот камень разбить. И если ты найдешь, допустим, на одном из серверов у меня ложка 445 какой-то с нами бегает еще. Он у меня в друзьях есть, как вы заметили. Так, сколько у меня денег? 65. А сколько нужно было на рюкзачок? Апдейт рюкзачка. 150. Все, понял. Но деньги начали быстрее добываться, это явно. Так, хорошо. Out of range. Out of range. Так, будем сейчас вот это вот подравнивать. Это все подравнивать. Перепрыгну я. Опа, перепрыгнул. Хорошо. Сейчас выравнивать эту поверхность. Так, что, все? 150 денег. Я так, когда я наконец-то их насобираю? Сколько у меня сейчас? 80. И сколько мне таких еще заходов? То есть 2 это будет 5, 6, 7 заходов еще придется сделать, чтобы это все дело добыть. Так, а здесь уже дальше не копается. Понял. Вот это еще копается, а это уже синяя эта штуковина, это уже конец. Так, один заход есть, 90 у меня денег, правильно. Потом сможем себе рюкзачок улучшить. Хорошо. Так, вот здесь сейчас надо все повыкапывать. Все полностью. Сейчас будем эту всю стенку тут вот выкапывать. О, еще продали. Скоро мы уже улучшим себе наконец-то рюкзак, а то так невыносимо так бегать. Коды какие-то можно, кстати, вставлять.
баги. Можно баги отправлять разработчикам, видимо, которые мы найдем. Понял, понял. Так, главное не провалиться вниз. Не хочу я вниз лететь. Я хочу где-то здесь найти клад. Я думаю, что где-то здесь мы сможем найти какой-то клад. Просто здесь никто не знает, что он тут спрятан. Тут по-любому где-то есть клад. Так, еще немного продали. А, Сьюзи, привет, сосед, сосед супчик. Ниломопу готовит. Ага, ну да, супчик, конечно. Супчик надо для желудка, для желудка. Сигны не делаю уже давно довольно. Смотрю в чат. Смотрю, и чё? Смотрю как бы. Как бы смотрю. Так, так. О, опять продавать надо. Не успеваю прийти сюда, как нужно обратно возвращаться уже продавать. Это говорит о том, что нужно побыстрее свой рюкзачок улучшить. Так, опа, не провалился. Хочу эти вот блоки проверить. Я надеюсь, что здесь реально где-то спрятан какой-то ценный, приценный не клад, а какой-то ценный, приценный ресурс. Итак, сколько у нас уже? 130, еще два захода, я смогу себе улучшить рюкзачок. Рюкзачок. Так, копаем вниз. Оп, оп, оп. Может быть, это лишнее. Дальше вниз не копаем. Оп. Здесь. О, все, 10 из 10. Все, по идее, должно быть уже сел. А, сколько у меня? 141. А почему 141? А не 140? Откуда я взял одну штуку? Может быть, я как-то случайно был копанул и туда сразу пошел сдавать. Ух ты, это что за кружочек? Ой, я провалился. Что там за кружочек такой был? Так, копаем быстро. Надо выбраться как можно быстрее отсюда и глянуть, что там за кружочек был. Провалился в унитаз. Почему тебе не поиграть в Майнкрафт? Не хочется мне в него играть. Так, Ниломоп, я хорошо человек-вентилятор. Подуй на меня, подуй. Мне жарко, подуй на меня. Так, 151. Сейчас мы купим себе наконец-то рюкзачок. Новый. Групп. Так, join the group randomly to unlock this item. Как эту группу на подсоединиться? RNY Rubble to unlock. И как в нее подсоединиться? Группа. Я хочу этот рюкзак на 150. 45, 50, 145. Мне столько солнышек нужно собирать. Я могу сейчас получить этот рюкзак, если я подсоединюсь Runway Rumble. Runway Rumble. Не знаю, что за группа такая. О чем это они? Runway Rumble. Может быть, если я, допустим, за... О, вот это... Так, тихо, назад. Runway Rumble. Угу. Угу. Runway Rumble. О, Runway Rumble. Так. Нашел я, это кажется, join. Нажал на сайт. Я зашел на их сайт и нажал. Подсоединился к их группе. Runway Rumble. Это, видимо, еще какая-то у них есть еще одна карта. Про моду, что-то про моду здесь. Ну, я подсоединился, и окей. И где? Я подсоединился, где мой рюкзачок модный? Эй, это что, обманка? Так, пробуем еще раз. Group only. Group only, ну я же подсоединился. Так, делаю, что делаю? Leave game, yes. Я в группе подсоединен. Ихний Runway Rumble. И теперь беру чисто так, хитренько, перезахожу в нее от 5. Так, загружается. 3, 2, 1. А пока что на каком-то сервере я тебя везде ищу. Не знаю, какой-то вот снова сервер подсоединился. Runway Rumble, группу под... Я зашел, это продавать. Это покупать. Ниломоп 151. Так, пробуем. О, вот, эквип. Я перезагрузил игру. И теперь, о, join the group. Equip. Unlock this item. Но я подсоединился, а все равно он не дается мне рюкзачок. Очень странно. Обманка, обманка. Группу уже я зашел, а рюкзачок мне не улучшают. Ну ладно. Не даете, так не даете. Жадины, говядины, думаю, шоколадины. Так, тогда берем такой рюкзачок. Так, сколько теперь меня интересует еще стоит новый инструмент? Новый инструмент у нас стоит 75 солнышек. Ну это, кстати, немного. Поехали искать 75 солнышек. Но зато у меня теперь такой синенький рюкзачок. Вон какой я красивый. Просто красотулечка. Отличный парень. Поехали. Так. Лололошка, Максим подсоединился. Они у меня в друзьях есть. Так, хорошо, хорошо. Капаем. О, теперь он стал намного быстрее орудовать своим этим вот инструментом. Или мне кажется. Видимо, себя я накрутил.
Наверное, так же он этим всем делом орудует. Так, копаем, копаем, аккуратненько, 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 все выкапываем. О, девочка подошла. О, как она тут все выкапывает быстро. Так, о, сразу же могу себе купить новую кирку. Смотрите-ка, подходим сюда, чикс. Кирка новая, это у меня есть сейчас вот это, солнышко. Эквипед, окей, выходим. Выходим, теперь у меня за 75. Такая какая-то более кругленькая такая какая-то кирка. Хорошо. Сейчас, по идее, буду вообще как сумасшедший копать. Гляньте-ка, как она тут все вычистила. Все подчистую. А, я провалился! В подземелье провалился. Я упал очень-очень глубокую ямищу. О, приветики. Ты что тут копаешь без меня, а? Так, копаем. Тут 232 камня. Когда я их всех выкопаю, я себе даже представить не могу. Ну, копаем. Ладно, сейчас меня домой обратно вернет. Я отсоединяюсь, сосед написано. Ты супер кукунь Милолипи. Милолипи. Умоляю, сделай. Что сделать? Что сделать? Не понял. Сел. Так, продали. Можно тебя, друзья, в ВК? Полностью имя говорить не буду. Но имя начинается с Як. Доро. Сколько точек, столько и букв. Я не сказал. Ого. Ну, я пока вообще не общаюсь, честно говоря. Так, отсоединяйся. Привет, привет. Так, копаем, копаем, копаем эти добро, копаем, копаем. Оп, копаем, копаем. Все нужно выкопать здесь. Я хочу здесь, сделать здесь такую ровненькую площадку. И знаете что, почему-то я до сих пор тут ни одного клада не встретил. Это подозрительно, да? Вроде бы тут такой опытный пришел копатель. А, ничего не нашел то полностью. Ни одного клада, никакого, ни одного секретика. Возможно, здесь нельзя ничего такого находить особенного. Но почему? О, бомбочки можно как-то купить. Ого. Бомбы можно как-то купить. Так, а что мы можем новенькое купить? Сколько стоит следующее этот орудие труда? Кирка 250. А рюкзачок новый? Рюкзачок новый стоит. 350. 250 и 350. Понятно. 250 либо 350. Лучше 250 сначала купить себе новую кирку, чтобы я еще быстрее все добывал. Да? Бомц. Так, вот это надо все выкопать еще. Мне тут не нравится, тут некрасиво. Так, выкапываем это добро. Выкапываем, выкапываем. Что, все? Нет, у меня 16 было. 18, 22, 24, 25. Все, на базу. Продаем. Продали. Сколько денег? О, 250. Ура. Наконец-то я могу себе купить что? Оружие? Ой, оружие. Наверное, рюкзачок поновее. А, новый 350. Ну ладно, тогда берем кирку. Кирку. Кирку там была какая-то такая за 250. Вот. Так, что происходит? Почему? У меня же хватает 250. Что вы мне предлагаете? Спидбуст. Нет. Солнышки, эквипед. А что мне не дают возможности купить это дело? У меня же хватает денег. Что за ерунда? Коинсы. Мне не нужны ваши эти вот деньги. У меня есть 250 блокс майн. Вот, не ломоп. 256. 250 стоит. Это нечестно. Это нечестно. Они вынуждают меня покупать то, что я не хочу покупать. У меня же, в принципе, и так все в порядке. У меня деньги... Или стоп, это мои деньги. А почему... А это мои блок... А, сколько я блоков всего вырубил. А это денежки мои. Все. Беру свои слова обратно. Я напутал. Все хорошо. Но, значит, еще добывать надо. Так, так. Давай. Выкапай. Это вот блок еще тут лишний. Так, все надо красивенько сделать. Четенько. Четенько и красивенько. Сколько мне еще надо? Еще... Вот последний блок. Все, продаем. 185. Видите, я реально напутал. Я думал, что у меня... Я сюда просто посмотрел, наверх. Ну, ничего страшного, бывает. Так, о, что это за круг такой появляется постоянно? Не могу понять, что это такое? Что это за ерунда крутится? Что это такое? Пропало. Я не знаю, что это... Какие-то инопланетяне, что ли? Так. Ой, я провалился. Так. По-моему, я... Ай-яй-яй, нет. Фух. Я думал, что все, гоплык. Но все обошлось. О, я тут пролез какую-то дырку маленькую. Что там внизу? О, свалился. Полетели с ним. Уи! О!
Ничего себе, тут какие-то диаманты, кристаллы. Ничего себе, тут на пацаны накопали. Дрелью тут сверлят вовсю. Ух ты, тут что, какая-то особая порода? Your tool is not powerful. Я не могу здесь копать? О, вы поняли? Я так глубоко нырнул, что мне там не разрешают даже копать. То есть я не имею, типа, права, у меня не хватает умений для того, чтобы такие дорогостоящие штуковины выкапывать. Вот в чем прикол. Так, привет, привет, гипернубик, привет. Так, ну сейчас я ничего не вижу, тут русский язык почему-то до сих пор, неужели разработчики не видят, что здесь много играет русскоговорящих, почему они до сих пор не поддерживают русский, я не знаю, честно говоря, это как-то нелогично. Могли бы уже добавить русский язык, чтобы оно поддерживало тоже. Чего-то как-то не ориентируется на русский рынок, видимо. Ну ладно, не будем о грустном. Так, раз. Я опять провалился. Нет, только не сильно глубоко, пожалуйста. Я там не смогу ничего накопать. Так, копаем, 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 копаем. Я вернулась вчера, в эту игру играли. Прикольная. Ну и сделай, пожалуйста, ой, сигнетик. Господи, зачем она тебе сдалась? Так, о, 250, у меня есть копеечек. Я могу себе приобрести новую кирку. Кирочка нужна. А, это продажа. Понял. А здесь, короче, покупаем новую кирочку. Кирочку новую. Оп. За 250. О, эквипед. Здорово. Теперь я буду копать еще быстрее, по идее. The mine. Это шахта, типа, шахта. Шахтеры, вперед. Вперед. Главное не провалиться. О, видите, как я сейчас шустренько все выкапываю. Шустренько. Сейчас его подколю, смотрите-ка. Сейчас его под ним подкопаю. Опа, кто это у нас провалился? Опа, кто это у нас провалился опять? Ха-ха! Подколол его, подколол. Я подлый, не ломал, подлый. Так, как игра называется? Roblox The Miner, по-моему. Как-то так. Так, копаем, 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 копаем. Надо площадку выровнять. Так, так, текс, текс. Привет, я смот стрем. Понятно, стрим смотрит он. Молодец. Так, сел. Продали. И что у нас по деньгам? 50 баксов у нас насобиралось. Ну, тут копейки, тут не доллары, тут копейки. Хорошо, хорошо. Так, 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 так. Да, да, ну да, молодец. Так, все это сейчас накопаем, накопаем, денежки насобираем. Но хотелось бы, конечно, до какой-то новой породы докопать. Продаем. Возможно, она будет дороже, та порода, которая будет поглубже. Ну, то есть, ух ты, а кто тут на первом месте? Зорвин. Ого, это у него столько, он только накопал блоков. Какой-то сумасшедший копатель, честное слово. Миллионы там были. Вы видели? О, какая-то новая земелька, а ну-ка. О, и что? Она просто больше имеет в себе этих кусков? Или она дороже будет стоить, интересно? А видите, тут не важно, какую землю ты именно копаешь. Тут нет обозначения. Ты накопал столько-то такой-то земли. Столько-то такой земли. 41 доллар мне принесло это дело все. А может быть, имеет разницу? Давайте сейчас попробуем ориентироваться побольше на вот эти вот серые блоки. Опа, серый блок. Опа, тут еще серый блок. Так, вот тут еще серые блоки. Так, сейчас проверим эту теорию. Есть ли разница? Тут один коричневый. Опа, о, тут много серых. Серый, серый. Все, продаем. Сколько? 48 долларов. Так, а теперь вот это я за серые получается 48 долларов. А если я желтые буду все копать? А ну-ка проверяем. Желтые, только желтые сейчас буду копать. Так, так, так. Желтенькие. Ну, такие коричневые, на самом деле. Они не желтого цвета. Такого кремового цвета, такого какого-то, я бы даже больше сказал. Так. А, все, 25 из 25. Сел. Сколько дадут? 25! Реально, чем земля другого цвета, тем она более дорогая. Я этого не знал. Но теперь я знаю, что земля, оказывается, разная в цене может быть. Серая земля довольно дорогая. Поэтому надо спуститься туда куда-то поглубже. Поглубже. О, тут какая-то черная уже земля. О, копаем черную землю. Надеюсь, у меня хватит силы на такую землю. Стоун, камень. Мы сейчас камень добываем. Вот.
Довольно быстро его накопал. И за сколько мы его продадим? Ну, за 50 долларов. Не за 48, за 50. У меня 200 долларов. Мне нужно было 300 для того, чтобы свой рюкзачок улучшить. Так, полетели вниз. Юху! Еще глубже. Получится еще глубже тут нырнуть? О, еще глубже чуть-чуть получилось. О, ну тут какая-то уже... А еще глубже? Можно еще глубже меня отправить? По-моему, это максимум. А, нет, вот еще есть туннель. Уи! И куда? А еще глубже нету? А, все, это самое глубокое, куда я мог проникнуть. Давай, шахтер, давай, давай, добывай. Это что у нас? Тоже камень. Написано стон. Так, сейчас меня должны отправить на продажу. 50, по идее, мне дадут. Да, дали 50 мне очков. В принципе, хорошо, хорошо. А стоит ли мне новый рюкзачок получить или нет? Я думаю, что да. Я тогда смогу... Смогу больше собой просто ресурсов носить. Так, сколько у меня денег? 289. Вот у меня последний сейчас капок. Продаем. 340. То есть еще один получается заход, и я смогу себе приобрести новый рюкзачок. Так, ныряем. Ныряем. Вот тут земля вроде не такая, довольно-таки дорогая. Так, берем, 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 капаем. Раз, два, три, четыре, пять. Все, 25 кусков есть, продаем. И теперь мы идем сюда покупать. Покупать, продавать. Новый себе, ой, тулс. Нет, не то. Отходим, подходим. Портфельчик. 350, пожалуйста. Очень красивый, желтенький. Боже, какой красивый. А потом мы можем купить себе за 1200 вот такой мешок какой-то. Потом такой военный типа ранец. Потом... Кейс целый, кейс. Хо-хо. Потом такую трубу. Знакомая труба, не правда ли? Уже не раз ее видели, правда, с вами? Два баллона на спину. Большой такой баллон. Бочку на спину. Это все на спине у нас будет носиться. Такая ерунда здоровенная. Но она очень дорогая уже тут, конечно же. Сейф. О, сейф тоже у меня где-то уже видел. Ладно, ребята, будем на этом, пожалуй, завершать эту серию. В принципе, игра прикольненькая, веселая. С друзьями побегать, покопать можно. Но что я могу сказать еще? Ну так, откровенно, чисто откровенно, это копия. Это копия игры, которая уже была и ранее. И разработчики, видно, решили не останавливаться на этом всем. И решили развивать это все дело и в такого плана игры еще выпускать. То он шахтер, то он добытчик кладов пират какой-то, то он просто с людей деньги берет и тому подобное. Ну, такое на самом деле. Повторяются, не очень интересно. На этом, пожалуй, все. Спасибо всем за просмотр. С вами был Ниломоб и маленькая овечка по имени Цезарь. И ребята со стрима, которые со мной тут вместе тоже бегали и копали. Увидимся в других роликах. Всем пока-пока.